Привет, друзья! Хочу вам сегодня показать, как я буду делать колье-трансформер вот с таких цепочек. Вот не знаю, какого пода выбрать. Сейчас буду думать. И нить будет из жемчуга. Подбираю, сижу, жемчуг красивый такой. Ну, не совсем красивый, но он такой корявенький ведь. Ну, сейчас что-нибудь выберу красивое. Это миллиметров, наверное, 7-8. Вася опять. И ниточку сделаю не длинную, под шею. Сколько там у нас шейка? 38-40 сантиметров примерно, да? Ну, разные шеи у всех, конечно. Буду делать такую стандартную. Не длинная, чтобы было. И не короткая, не сильно не давила шею. Ну, где-то примерно 40 сантиметров. И мне нужна будет цепочка. А вот какую взять, я начала уже задумываться. И та красивая. Но это крупная, это мелкая. Я буду, наверное, смотреть уже потом. Сначала мне надо колье сделать, а потом уже я буду думать, какую цепь, какая больше подойдет. Колье к этому, потому что будет цепляться там цепочка, будет вот такой карабинчик на самом колье, жемчуг. Мне очень нравится, не знаю как, мне кажется, ни одна женщина не откажется от жемчуга. Скажите, пожалуйста, вы любите жемчуг? Не знаю, я очень обожаю жемчуг. Мне так нравится этот камень. Сейчас еще подберу, чтобы мне хватило. И буду собирать этот жемчуг на тросик ювелирный. Я уже подготовила. Золотого цвета у меня есть. И через вот такую, наверное, бусину золотую. Сейчас я попробую. Да, здесь очень маленькое отверстие, конечно, в жемчуге. Большого не бывает. Так вот, чуть поменьше бусинка. Я ее буду, наверное, ставить. Я по три. Попробую по три бусины и делать вот так в шапочке, типа разделителя между ними. Три так сделаю и вот такой вот разделитель. И теперь опять три. Вот поменьше бусины у меня, я вижу. Можно их сзади пустить. Да, чуть побольше. Я сейчас, наверное, все переберу и так буду нанизывать в таком способе. А побольше впереди. И жемчуг белый-белый такой красивый. Покажу потом. Так, я нанизала бусины. Вот такая у меня ниточка получается. Такая нарядная. В золоте. Очень нарядно смотрится. Как раз к празднику, к Новому году. Можно одеть такую ниточку красивую. Вот закрывать я хотела. Наверное, буду протектор. Вот хотела попробовать, но мне здесь нужен замок. Именно такой карабин. Потому что это у меня будет отстегиваться, пристегиваться. А это здесь, видите, только петелечка. Мне не подходит. Мне нужен карабинчик. И колоты тоже я бы сделала, закрыла, но он по цвету не подходит. Посмотрите, цвет, видите, какой? Здесь темный, почернение тоже не подходит. Ой, жаль. К сожалению, придется мне одевать протекторы и колечко. Буду так закрывать. Другого выхода у меня нет.
Будем протекторы по бокам. И колечки. И одену этот карабинчик и покажу. Так, одела я. Вот так, обжимные бусины. Закрываю обязательно кримпы. Я не люблю, когда их видно. Так, колечко. Беру я вот такую, вот такое звено от цепочки я взяла. Раскрываю его, чтобы одеть аккуратненько, не поцарапать покрытие. Потихонечку раз и закрыли. Она такая плотненькая, руками не возьмешь и не закроешь. Вот карабинчик у меня одетый. Теперь мне надо с этой стороны, ну я возьму, наверное, вот с этой цепочки звенья. Очень мне понравилось, я уже работала с этой цепочкой. Удобно. Руками можно ее раскрывать, закрывать. Раз и все. Вот такой красивый карабинчик. Можно его впереди пускать, чтобы видно было, потому что он весь инструктирован этими стразиками. И все на месте. Это я вот недавно получила, я вам показывала. Я его уже обработала цапон-лаком. Именно его. Это все потом я обязательно покрою лаком. Потому что может все потемнеть. Не доверяю уже никому. Всегда все покрываю. И обжимные вот эти бусины тоже. И протекторы надо покрывать обязательно. Так, теперь я думаю, какую мне цепочку взять. Или эту. Или эту. Чтобы вы взяли какую цепь? Потолще или потоньше? Можно и ту, у меня достаточно этих цепей, можно и ту пустить, я могу и отрезать. Здесь разжимать надо будет несколько звеньев, а здесь берется руками и разжимается. Есть у меня вот такая вот игла-брошь, которую я вам не показывала. Я ее тоже на Алиэкспрессе заказывала. Она приходит по одной штучке. Вот. Так. И еще у меня вот такой листик. Тоже я его заказывала на Алиэкспрессе. Еще заказала. Идут. Очень мне понравились такие бейлы. Здесь есть петелька. Вот видите? Можно на нее что-то цеплять, бусину любую. Можно одевать. Очень удобная вещь. Раз и все, и закрыли. Так, я сейчас, наверное, откушу цепочку и ту. Сколько мне надо сантиметров, и покажу. Вот я откусила цепочку, я решила цепочку вот эту поставить. Я сделала такие наконечники уже с бусинкой. Сантиметров сейчас скажу, сколько сантиметров. 60 сантиметров, 65, примерно так. Здесь будет на шею. А здесь будет она свисать, цепочка.
это все я вам сейчас покажу на фотографиях, потому что здесь я не могу ничего разложить, не помещается в камеру. Здесь у меня будет примерно вот так соединяться. Можно делать соединение, можно цепь просто носить и вот так соединять этой булавочкой. Почему я хотела вам ее показать? Вот, видите, ее соединяешь. Это на шее, это у нас на груди. И висят еще капельки жемчуга. Можно это убрать. Убираем эту красоту. Можно вот этой деталью все сделать. Можно ее здесь вдеть в звенья и одеть эту деталь уже с бусинкой. Она будет здесь бусинка. Вот такое украшение я хотела вам показать, и как его быстро сделать можно. Главное, чтобы у вас была цепочка и любые бусины, не обязательно жемчужные. Можно, мне кажется, любые пропустить сюда бусины. И цепочка любого цвета может быть у вас. И очень быстро делается этот трансформер. И носить можно его во многих вариантах. Эти варианты сейчас я вам покажу все в конце видео. Смотрите обязательно фото. Ну, а если вам понравилось, расскажите, нравится ли вам жемчуг. Есть женщины, которые не любят жемчуг носить? Мне очень интересно. Мне кажется, нет таких женщин. Напишите, пожалуйста. Такое нарядное колье получилось. Если вам понравилось, ставьте пальчики, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!